Дорогие друзья, всем привет! Это «Воскресная фишка» — рубрика, в которой мы с вами учимся собирать кубик Рубика чуть-чуть быстрее. И сегодня речь пойдет вот об этой паре. Парень скромный, девушка сзади, характер сходится. Решается это все достаточно непростым алгоритмом, хотя интуитивно понятным. Да, когда мы разбиваем их, а потом загоняем их как трехходовка. Но сегодня я вам хочу предложить альтернативное решение без перехвата. Смотрите, как мы это сделаем. Отправляем их сюда, потом крутим M, средний слой, а потом делаем антипиф-паф, U, R, U-штрих и дальше жирный ход. И выходим на самую обычную трехходовочку. Вот и все, друзья. Абсолютно молниеносный алгоритм, сейчас еще раз смоделирую. Смоделировал. Поехали. Уводим, поднимаем, антипиф-паф, U-штрих и трехходовочка. Вот и все, друзья. Вот такой красотой можно решить, казалось бы, не самую простую пару F2L, которую мы все спидкуберы, ну, в большинстве своем, привыкли решать с перехватом. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале.